Принц Эндрю получил юридические документы по обвинению в сексуальном насилии. Иск подала американка Вирджиния Джуфре, утверждающая, что принц изнасиловал ее несовершеннолетней. Ранее второй сын британского монарха отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Свидетельница указала на принца как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.